В этом году в области взялись за дороги. Ремонтом охвачено 319 километров автодорог. Это на 35% больше, чем в прошлом году. На эти работы было выделено 64 миллиарда тенге. На республиканские трассы выделено 42 миллиарда тенге. На областные дороги почти 12 миллиардов. На улице населенных пунктов около 10 миллиардов тенге. В городах Усть-Каменогорске и Семей каждым годом обновляется асфальтное покрытие автодорог. На следующий год планируется расширить проспект Цатпаева до Иртышского моста в областном центре.